До 1991 года эти корпуса принадлежали Ульяновскому танковому училищу. Затем учебное заведение, расположившееся в самом сердце города, реорганизовали в Суворовское. Однако вот уже несколько лет стены центрального штаба, казармы учебных корпусов не слышат воинских присяг и не выпускают защитников отчизны. Нынешние суворовцы обучаются в здании на Карла Маркса. Старое давно обветшало. К 1 сентября 2018 года, когда танковому училищу исполнится 100 лет, ситуация кардинально изменится. Будущие офицеры вернутся на историческую родину. Под свое крыло заведение взяло Министерство обороны. К юбилейной дате учреждение реконструируют, благоустроят и оснастят необходимой инфраструктурой. Будет полностью последнее требование, которое предъявляется к довузовским учреждениям. Это и бассейн, и плоскостные сооружения, и спортивный комплекс. Все последнее по последнему как бы, слову науки и строительной техники. Сейчас на территории училища начались демонтажные работы. Сам план реконструкции расписан до 2020 года. Реставрировать будут в три этапа. Кроме преображения Суворовского училища, в честь юбилейной даты запланированы масштабные культурно-образовательные программы. Обсудить сценарий празднования в Ульяновск приехала делегация оргкомитета во главе с первым замом секретаря Совета безопасности России Юрием Аверьяновым. С его слов, торжество будет ориентировано на молодое поколение. Тем, кто сегодня учится в школе, кто учится в Суворовском училище, тем, чтобы они впитали в себя тот патриотизм, который несли поколения россиян, живущих в Ульяновской области и в целом в России, которые посвящали себя защите Отечества. Праздничная программа пройдет 8 и 9 сентября будущего года. На эти дни выпадает еще несколько крупных дат. Одна из них – юбилей города. Ульяновску исполнится 370 лет. Также свой вековой рубеж в эти дни отметит Красная Армия. Планируется, что в город с концертной программой приедет всемирно известный ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. На центральной площади и в здании училища также выступит ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и творческий коллектив воздушно-десантных войск. Наверное, будет правильно, если мы пригласим ветеранов, наших лучших специалистов, пропагандистов, которые в преддверии этого большого события выступят в ульяновских школах, в школах Ульяновской области, расскажут об этом событии. Воспитанникам военных образовательных учреждений расскажут о героях Советского Союза, выпускниках Ульяновского танкового училища. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.